Короче, всем здоров. Продолжаем с момента, где и закончили. Так, и у нас гонки Е-класс. Так, посмотрим. Сразу разберемся, прикинем, что к чему. Давайте пройдем вот эту гигантскую гонку ЕЕ, которая 85 километров. Блять, здоровая она все-таки. Подожди, стоп. А, 100 тысяч. Уровень свободно написан. Первый раз вижу такое, по-моему. Нет запрета, по-моему, было написано. А, свободно, ну, какая нахуй разница, Е так Е. Значит, выяснил я, почему такая фишка в этой модификации. Мне в комментарии там написал человек, что типа это так сделано, чтобы хоть какое-то соперничество боты могли оформить, представить игроку, да, то есть. Что? Чё, дружище? На Макларене, что ли, едешь, товарищ? Не, я не понимаю. Вот это уже, конечно, я пас. Вы чё, блядь, ёбнулись, что ли, ребята? Что, блядь, такое творится? Это как так может быть? Ой-ой-ой, блядь. Сука, тормозов даже не хватило. Хороших. Так, я понял, как тут гонки выигрывать. Надо копить бабки, покупать тачку А-класса. И все, блядь. Ебать вала, блядь. Жесть, блядь. Конечно, странно, что-то они какие-то ватные, блядь. Оттормозился, все, хватило тормозов. Вроде Макларен, Эдонис, или Эдонис, правильно. Сумасшедшие суперкары, что-то странно, конечно. Инфинити тащит, блядь, хуй его знает. А, так тут три круга, их. Ох, ебать. Охуеть. 85 контрольных точек. 100 тысяч. Этой гонки 100% не было в оригинале, вот 1000000% ее не было. Я не помню таких заездов. 85 контрольных точек, ёб твою. И такие дикие, блядь, боты. На тачках сумасшедших. Вернее, так сказать правильно. Блядь, разыграться. Пиздец, мы там кругаля, конечно, сейчас, блядь, крутанулись. Сделали. Нет, чтоб по прямой сразу въебать. Поехали, ну давай пройдем ее, блядь, эту гонку. Она, наверное, всю серию займет. Оху, поехали, проходить надо. Руль хорошо крутится в этой тачке, блин. Естественно, они по прямому будут меня нагонять, эти Макларены, блядь. Этот Макларен один там.
Какой, только я не понял. F1GT или что-то такое. LM. Версий разных полно. Было, по-моему, да, это? Мы еще полистаем. Я вроде докидывал в папку новых треков. Ну, потихоньку докидываем. Пусть что-то еще поиграет, что я не слышал. Проскользнул маленько. Сказали, что боты лохи. Ну, кстати, Геленваген Мерседесик, который оранжевый ездил с нами, F-класса, я его нашел в салоне. Поэтому базар, блядь. Но все равно, сука, какой-то быстрый, помню, был. Догнать не мог его. Эдди. 300 метров. Нифига себе, блин, они догоняют. Ну чё, уже 20 пунктов прошли контрольных. Я смотрю, на время 7 минут. Ну, плюс-минус минута. Нет, не всю серию займем. Почти. 100 тысяч. Маленькая награда. Очень много ехать. И мало-мало. За 200 километров заезд миллионера, или как это там заезд на миллион называется, лям, лям, 100 тысяч, оп, дали, давали 500, блин, еще базар, блин, мало, очень много времени тратишь на гонку, на копейки. Есть гонки, которые приносят бабки, и тратишь на них полминуты, минуту. За это время можно проехать гонок этих раз на 10-15 и поднять, блядь, несколько лямов в итоге. Неплохо, неплохо. Да, нормальный Infiniti, вот, не прогадал с этой тачкой E-класса, бля. Хорошая машина. Весьма неплохие тормоза. Хороший угол поворота. Сноса за носа практически никакого нет. Сидит на трассе нормально и жмет более-менее. Захватился как за дорогу, за трассу, цепка. Так, я так понимаю, приближаемся к первому кругу, начинаем со второго. Я бы назвал это гонка на выносливость, если бы я делал это гонку на выносливость. Но никакие не 100 тысяч. Я бы добавил в эту гонку бы либо призовой автомобиль какой-то, чтобы стимул был тратить время на нее. Потому что реально не хочется ее ехать, затягивать. Вот. Что-то поинтереснее, чем 100 тысяч. Это... Например, вот надо добавлять те машины, которые ты купить не можешь обычно. Вариантом за деньги. Только открыть. Например, прошел гонку, там гонка на выносливость, да? Прошел ее, тебе дали какую-то оригинальную машинку.
Или LM, какую-нибудь лимитированную выпуска. Интересную. Так, ну чё, меняем. Зашли на второй круг. Поехали. Сейчас будем пересекаться чуть-чуть с ботами. Хотя нет, они там еще дальше, правее. Не будем. Некоторые треки, как я понял, я даже реально не разбирался особо в треках. Я накидал, просто кинул, что там, блядь, кинул. Потом, думал, в игре послушаю, знаю. Вот. Какие-то треки, как я погляжу, есть в хорошем качестве, какие-то не очень хорошем качестве. Сколько там? 192, 128, 320. Вот. И поэтому приходится громкость то ниже делать, то увеличивать. Дейго какой-то. 2 км, приближаемся к нему. Ну, он где-то там справа движется к первому финишу первого круга. Ходи, блядь. Или они уже крутанулись там и за мной едут. Не видно, что так просто было. Мне говорят, ты типа слишком много внимания ботам уделяешь, обращаешь. Ну а как? Ванили, я помню, какие они были относительно. И не было такого, что ты в гонках едешь Е-класса, с тобой А-класса тачки. Поэтому я удивлен был так. Вот и все. Ну, мне рассказали, я понял. Вопросов нет. Все, едем. Я на Infiniti против меня на McLaren. Нормально, прекрасно. Очень хорошо. Нет проблем. Километры 900 метров. Да уж. Да, смотрите. Нет, не показалось. Дэвид. 100 метров. 200. Нихуя мне не показалось. Приближается чувак. Это, конечно, хорошо. С одной стороны. О, что это такое? По-моему, не было. Послушай. Или было. Дэвид этот, походу, и есть, кто на Макларене. Теперь он в 3 км, этот Дэвид. Блять, я в ахуе. 100 метров было. 2 км. Ну, не хуй знает. Как я нашел игру по мод, я увидел видос на ютубе, называется Forza Art Hide, короче, типа того. Вот.
написано 1000 тачек, там вся хуйня. Думаю, ну нихуя себе, блять. Ну посмотрю. Какого-то хрена запись прервалась. Видео. Я не знаю почему. Я вот нажал опять. Просто еду и просто написано, запись остановлена. Хотя я не трогал клаву даже. У меня рука на кресле, на подлокотнике. Непонятно. Странно, надо реально мониторить, смотреть за датчиком записи, а то, блин, я так запишу, блядь, все кусками. Только ломтики сердца, да пару глотков души. Уже вроде этой песни не было. Нужен доктор, чтоб чувства умолкли. Ну да, сборки, конечно, чуть-чуть напрягаются, больше тормоза. Ничего. Я не верю в твои слова, так и знай. Не смогу я забыть твоего, прощай. Не смогу простить. Боюсь пережать газ. Вот, хотя бы, наверное, зашел бы. Дэвид опять, 2 километра, он далеко. Память забери с собой, все кошмары преврати в радужные сны. Надо дальше жить, надо дальше. Все, город, сейчас третий круг. Не смогу тебя разлюбить, не смогу забыть, твоего прости, не смогу простить. Бум-бай, бум-диги, бай-бай. Засыпай, любовь моя, засыпай. Бум-бай. Все, третий круг пошел. Ну поехали. Олег едет. Бот зовут Олег. Ой, блядь. Дичь. Первый раз вижу. Олег. Денег нет, зовут Олег. Девятнадцать минут гонка идет. А видео 20. Ну я ж не сразу, блин, начал заезд. Как только кнопочку нажал. Я гонки на выносливость люблю, вы можете там не сомневаться. Просто должна быть соответствующая награда за эти гонки и стимул ехать ее. Первый раз гонки на выносливость. О, ух ты, ёб, ты же ж мать. Что это, блядь, такое? Что такое там было, эй? Меня... Что? Не... Олег, 200 метров. А, это он в ту сторону едет. Да-да, ох, бля. Я думал, уже второй. Фух. Дичь. О, вот эта песня по качеству, не по звуку. Слышен звук? Другой. Первая гонка на выносливость. Я в Gran Turismo 2 играл. На PS1 у друга. Проходили ее. Вот это да. Ну там, конечно, себе скилл прокачали, блядь. Потом Underground, все, что дальше выходило, на изи проходилось просто с первого раза. Все гонки, считай. Чуваки в клубах. Блядь, я не могу пройти. Рестарт, помоги пройти.
А мы на изи, блядь, за 4 часа игру. Опа, за ночь, блядь. На ночь сели, за 4 часа прошли. Четыре точки, 65 и 20-ка остается. Нормально. Дэвид снова в километре, он меня там догоняет на той прямой. Прикольно было бы, если после гонки можно было статистики посмотреть, время там, отрыв и так далее. Сильно прямо тормозился. Так, вон вижу его, Дэвида этого. По левой стороне. Полтора км, Дэвид. Ой, хуй с тобой, золотая рыбка. Что могу сказать? 10 точек. Все. Майк. Гонка прикольная, конечно. Все в ней нормально. Даже хуй с ним, с этими ботами А-класса. Ну вот, блять, 100 тысяч. Это несерьезно. Маловато. Маловато будет. Цены плюс на тюнинг. Такие цены. Так, Олег, где ты там? Опять мы тут с тобой пересекаемся, да? Он по той стороне. Да, у вас. Ой, 4 километра, ой. Да он реально далеко. Еще есть. Было вроде. Тоже вроде было. Пусть играет, ладно. Ой-ой-ой, вот это я тут тупанул с газом.
перемудрил чуть-чуть, пожадничал. Надо там было просто отпустить газ и все, заходить. Ничего, фигня. Да, гонка серия, 27 минут. Ну, пусть будет так, все. А может минута останется, две. Так, тут сильнее тормозим, тут накат. С горки. Все, 27 минут, 28 таймер показывает. Пляж Фрузы. Вот что это такое? Полчаса, считай. 100 кусков, ну хуй знает. ДЕ. 170 миль по пробкам. Ну блин, нет. Машинку посильнее надо, чтобы на изи пройти и все. 170 миль немало. По пробкам. Ну давай один раз, ладно, попробуем. Ну все. Да, заезд на скорость, я знаю. 274 километра. Ну да, где-то так. Ой, по пробкам. Мы сейчас поменяем сторону, полосу, то есть. Пиздец. В сторону, да. Хотя, блин, нет, наверное, разгонимся. Наверное. Ну. Разогнался. Ну тут на магистрали сложнее, наверное, будет сделать из-за кочек вот этих. Хотя. Да, машина слабая. Быстро она эту скорость не сделает. Тут уже дальше. Да. Дичь просто. Я еще не финишировал. Второй, нет. 270. Но она не смогла. Просто не смогла. Слабовато. Так. 279. Ну такая эта хуйня. Это вообще копейки сущие. Вот это что за гонка? DL2. 20 километров. Причем 200 тысяч там. И... А, вон маршрут, то есть стартуем мы здесь, а маршрут вон. День Лотус. Головокружение. Ехать нечего. А, о! А вот тут что? Ехать нечего. F 200 тысяч, 5 километров. Опа, это интересно. Ну-ка 5,4 километра, 200 тысяч, 70 полоса. Давай-ка попробуем, посмотрим. Да, правда, тоже надо править положение сиденья, блин. Немного
немножко неудобная. Вообще без тормозов надо было заходить. Просто жать и все. 2.20 трудовой результат, трафика нет. Но есть шкала. 70-ка, это мало. О, это хорошо, что такие гонки сделали. Я люблю со шкалой, но без трафика гонки. А я, наверное, не успею, блин. Еще сильнее жать надо. Я правильно сейчас все сделал? Еще так много контрольных точек висит с разных сторон. Так, итак, минута 20. О, блин. А, я понял, мы тут крутимся на этом куске. Да. И? Так. 40. Он да, давай. Жми. Ох, ё-моё, повернул. Так, минута 50, 2.20. А вот хуй я успею. Да, конечно, блять. Нет, подожди, как это? Я должен успеть. 10 секунд. Ну. Нет, я не успею. Все, уже был финиш. Ну, да. В некоторых моментах там можно было побыстрее пройти, конечно. Второе место. Полтинник, блин. И время затрачено сколько было. Да, 2.20. А там я ехал полчаса, 100 тысяч. Ну вот, не, как сказать, неравноценное распределение, неравномерное наград, нерационально, вот. Ладно, я думаю, что либо на Хондочке можно все-таки эту гонку перепройти, либо что-то из F найти более быстро. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр, всем пока.